Ни для кого не секрет, что у певицы Лолиты есть недвижимость в Болгарии. И каждое лето артистка вывозит всю свою семью на Черноморское побережье. Но в этом году Лолита впервые отпразднует там Новый год. Встретив певицу на съемках клипа на дуэтную песню с Денисом Майдановым «Территория сердца», мы узнали о ее планах на новогодние праздники. Лолита была в шоке, когда узнала, в какую сумму ей выльется это путешествие. Достаточно, ну, там идиотизм, например, с билетами происходит, да, с ценами на билеты. 113 тысяч за эконом-класс. Ну, по-моему, за один билет туда и обратно. По-моему, у них не все с головой там в порядке. Мы раньше всегда с семьей куда-нибудь там острова или еще что-нибудь, или там отдельно родители, отдельно я. Но сейчас я посмотрела, что есть вещи, за которые не стоит платить. Все-таки в этот день Лолита была озабочена съемками клипа, а не новогодними каникулами. Режиссером дуэтной видеоработы стали Елена Кипер и Вадим Шатров. Снимая этот клип, очень не хотелось играть в сюжет. Потому что все и так в тексте, все и так в глазах, в лицах. Денис мне рассказывал, что песня у него очень давно написана была. И вдруг он решил, я не знаю, почему он решил сделать у нее дуэт, она у него хорошо и сольно шла. Новый клип Лолиты и Дениса Майданова «Территория сердца» вы сможете увидеть совсем скоро в эфире телеканала РУ-ТВ.